Всем привет, друзья! Всем привет! Сегодня у нас опять выходной. Мы решили прогуляться. Находимся в Берген. В Альпах. В Альпах. Хингау Альпен. Хочу показать вам сразу такой небольшой плакатик. Здесь, вот смотрите, мы парканулись на паркплаце. Вот Хингау Альпен. Здесь есть такая канатная дорога наверх, но она сейчас не работает. Здесь вся информация, где мы находимся, как можно как прогуляться, какие красивые места. И сейчас мы попробуем прогуляться, насколько сможем. Жалко, что все закрыто. Так можно в горах вот посидеть, пиво попить. Вот картинка красивая. Так что, к сожалению, с короной все закрыто. В нашем пути такая речка горная течет. Рыбу даже здесь видим. Иногда такая рыба, наверное, форелька проплыла сейчас, мы увидели. Ну, прикольно, прикольно. Воды не сильно много, водичка течет потихоньку. Ну, прекрасные, красивые места и тишина. Мостик такой небольшой. И вот тут каскадные водопадики. Сейчас попытаемся подняться вверх и посмотреть, может, поближе этот водопад. Места, конечно, шикарные. Кто-то здесь дамбу построил. Вижу вот тот, где водопад. Там прям какое-то сооружение интересное. Красиво. Мария, осторожно. Ветки всякие, камни. Да, конечно, здесь гулять, если по горам, нужна специальная обувь. Так, красиво. Вот мы дошли до этого водопадика. Ребята, просто фантастика. Вот так это выглядит из какого-то такого фильма. Брутальная вода и такая мощная плотина, ребята. Просто фантастика. Сделаем немного фоток для Инстаграма. Ребята, кто не подписался на наш Инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь. Очередной водопадик, друзья. К вечеру, о, чуть не свалился. Медведей еще здесь не хватает. Мария, пройдешь? О, такое бревнышко. Ой, какая красота, друзья. Великолепный водопад.
Просто можно сидеть и наслаждаться. Красивейшая природа. Приехали дальше чуть, парканулись на другую парковку, и здесь такие виды обалденные, смотрите, озеро шикарное. Ну как озеро, потому что здесь такая дамба, Мария карабкается здесь. Забрался сюда. Ну да, здесь, представляю, какие места, ага. Сейчас ты хочешь слететь куда-нибудь? Провалюсь. Шикарно. Ну, вода, конечно, ледяная. Плюс у нас зима. Winter in Germany. Гуляя по Альпам, в горах можно встретить вот такие домики, где можно просто на скамейке посидеть. Сейчас, конечно, все закрыто, но очень миленько и интересно. И вот, смотрите, здесь такая водяная колоночка. Не знаю, для кого. Барашки, может, тут коровки. Поилочка, можно, наверное, самому попить. Видите, здесь сландик и стерилизовано вот такое деревце. Красиво. Здесь встретили указатели такие, ребята. Смотрите, в эту сторону надо идти. 3 часа на самой верхушке горы. 1674 метра. В другую поменьше по времени. Короче, в обход можно за 3 часа. Короче, разные варианты движения, где можно пройти и погулять. Ну и, естественно, вот такие плакатики встречаются здесь. Стоит здесь водопад. 40 минут до водопада. Ага, 40 минут. Давайте пройдемся, может, до водопада. Хорошо. Посмотрим. Ребята, мы опять в пути. Идем по... Дорожка такая крутая немножко. Ну, мы идем, пока силы есть. А там посмотрим, что мы еще увидим. А вечером, может быть, которую рыбу сейчас поймаем и сготовим вечером рыбешку. Да не, шучу. У нас карп. Карп вечером будет. Ребята, оставайтесь с нами. Лайки ставьте, подписывайтесь, кто не подписался. Фух. А мы идем, пыхтим. Мы идем в гору. Солнышко вышло. Ну все, посмотрим дальше, насколько нас хватит. Мария вырубилась. Первую 100-метровку. В горку идти тяжело. Меня пауза ушла. А внизу водопады, речка такая. Все шумит, бурлит. Фух. Красота. Что, Мария, на скамейке не хочешь посидеть? Хочу. Но надо идти дальше. Красиво здесь, конечно. Фу. Какой-то памятный знак. Датированный 2-го 1939. Баур Шелленберг. 37 лет было. Наверное, на этом месте скончался. Может, лавина, а может, еще что-то. Здесь дорожка. Немножко это такой штрек в снегу. Туда дальше. Опять нет снега. Видимо, здесь холодно. Ну, не так тепло, поэтому снег не тает. Наверное. Ой, спустились по такой дорожке вот здесь вот вниз. Алексей запыхался. Я КО. Да ладно, ладно. Устал. И мелкие брызги летят. Обалденный лист.
Какой здесь камень огромный. И деревья на нем растут. Красота. Тишина. Вышли, речка такая спокойная, снег лежит, но мы еще идем дальше, не знаю, дойдем, не дойдем, ну прогулка все-таки неплохая, в Альпах свежий воздух, и мы, как говорится, провентилируем свои легкие. Чаек бежит, бежит себе в гор. Самые верхушки. А тут долина камней. Я не знаю, крупные камни. И все как будто гребня прошлось. Скорее всего, ледник или еще что-то было. Потому что все искорежено, все как-то. Не знаю, кто знает такие следы, что это означает, ледник или просто водой все это сносило. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Водопад вот стоит. Вассерфаль. Ну-ка. Фух. Да, стоял 40 минут. Нам, наверное, побыстрее дошли. Обалденно высокий. Вот сюда, друзья, мы и стремились. Обалдеть. Сейчас ближе подойду. Какая красота. Ну, везде такие огромные валуны. Видать, в свое время здесь все падало. Крушилась, вертелась. Обалдеть, вид просто шикарный. Ребята, надо здесь осторожно ступать, то что можно и покалечиться ногу. Бревнышко. Ой, веет прям брызгами. Высокий, высокий. Мария, ты как? Хочешь купаться? Нет, я пришла сюда посмотреть. Так. Вот это вид. Вид обалденный. Сейчас попытаюсь намного как можно ближе подойти. Скалы все мокрые. Ребята, зацените, ну это просто фантастика, у меня нет слов. Эмоции переполняют меня. Дыхание аж сперло, ну шикарный водопад это стоит. Сюда прийти, мы 40 минут с Марией поднимались. О, дыхалку сбили себе. Ну шикарно, шикарно, это просто фантастика. Миллионы тонн воды падают прямо на вас. И это такое зрелище, просто невозможно оторвать глаз. Обалденный вид, фантастика, чудо природы. Вот он водопад, мы прошли сюда дальше, вот с левой стороны. Селос. Находится такая хита.
Никого нету, здесь все открыто. Правда, чтобы сюда дойти, надо по таким сугробам пролезть. Здесь мы хотим запустить дрона. Вот как раз место нашли. Амфирботен. Нельзя здесь курить, зажигать. Ой, как тут классно. Обалденно. Красиво. Лавочки. И вот отсюда окно такое. На водопад смотреть. И вот этот наш шикарный водопад. Людей немного. Так что, можно сказать, пару человек встретились нам по дороге. Карп почти 2 килограмма, 11,32 стоит. Карп, карп, карп. Красавец. 2-килограммовый. И чистить с ним его удобно. И много чешуи нету. Так вот. Красавчик. Так, салфетку уйдем. Я делаю всегда вот так, оп, оп, и хорошо. Ну, Мария, надеюсь, не будет ругаться, что я немножко кухню ее испорчу. Так вот. Купили мы карп в русском магазине на выходных. Обычно так в другой раз в охоточку берем. Карпы, кстати, продаются уже разделанные, кишки уже выпотрошены. Все это в русском магазине.
Вот смотрите, и жабры красные, свежие, хорошие. Значит, рыба свежая. Так, начинаем разделывать хвост. Так, укоротим. Так вот. Я всегда так делаю. Вот так, друзья, сразу помойку. Раз. Ха. Теперь разрежем на порционные кусочки для жарки. Кстати, рекомендую пользоваться вот таким ножичком. Такой ножик и рубит, и пилит. Очень удобно. Опа-ня. Так, дальше. Поехали. Ребят, вот такая рыбешка у нас вышла. Из 2 килограмм карпа. Вот такие кусочки. Сейчас будем солить. Положим их и пусть просаливается. Так, я солю, ребята, по-простому. Соль просто сыплю вот так на каждую сторонку кусочка. И все, и укладываю. Вот. Красота. Ну, в русском магазине, в зависимости от сезона, продаются там и толстолобик, и самы бывают, и белый амур в последнее время стали привозить. Не знаю, это, конечно, не дикая рыба. Скорее всего, выращивают в прудах. И вот как-то привозят, наверное. Может быть, даже из Чехословакии. Фу, Чехословакии-то уже нет. Из Чехии. Привозят, скорее всего, там может быть рыба подешевле. Ну, в округе где-то. Потому что рыба свежая, не мороженая. Ну, какой красивый кусочек. Хорошая рыбка. Оставляем рыбу в прохладном месте, пусть солится. А потом приступаем к жарке. Приступаем к жарке рыбы. Масло наше нагрелось. Теперь берем кусочки. Обваливаем в муке и начинаем жарить. Рыбка наша просолилась уже за 2 часа. Таким мы способом жарим. Как и все жарят рыбу. Так, еще один кусочек не вылезет. Ладно, не буду. Ладно, пока это. Переворачиваем нашу рыбку. Вот она. Желательно жарить ее на среднем огне. Потом еще бока будем жарить. Чтобы она прожарилась. Если на большом огне жарить, она просто сгорит. И все. Будет невкусно. А так она на медленном огне прожарится. Но прежде чем жарить, нужно накалить масло, чтобы масло было горячее. Все, дожариваем голову. Остальную рыбу мы пожарили. Вот наша голова.
Так, друзья, приступаем к нашей дегустации. Маленький кусочек. Выбрал лимончик обязательно. Друзья, лимончик. Я люблю рыбу есть с лимончиком, карп. Это все у нас вышло из 2-килограммового карпа. Так, попробую сейчас. Попробую. Маленький кусочек. Нежный, жирный. Очень вкусно, ребята. Очень вкусно. Так, друзья, хочу произнести этот тост для вас. Пусть в вашей жизни будет такой человек, за которого хочется выпить, а не из-за которого хочется напиться. Будь здоров, 100 веков. Прост, ребята. О, красота. Рыба. Костей немного. Карп. Отлично. Пошло хорошо, ребята. Ставьте лайки, ребят. Ставьте лайки обязательно. Фантастика. Пишите комментарии. Мы, Алексей и Мария, показали вам эти красивые Альпы, шикарнейший водопад. Да, очень красиво. Ну, хочу сказать всем большое спасибо, кто нас смотрит. И оставайтесь с нами. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Кому интересно, оставайтесь с нами. Хорошего вам настроения. Пока. Всем удачи и успехов.